Опаньки, подсел. Друзья, всем привет! Уже потихоньку у нас дело дошло до середины весны, 11 апреля 2021 года. Все пока у нас толковой, хорошей рыбалки никак нету. Ну и сегодня решили проверить один платный ставочек. Недалеко от города Сумы, здесь в принципе довольно бюджетная рыбалка. И весь прошлый сезон ловили судачков. Посмотрим, что получится у нас. Приехали я с братом Димой, Димончик и Боря. Время 7 утра, мы уже на месте. Раскладываемся потихоньку с своими снастями, собираем спиннинги и будем пробовать. Димон был уже на днях, говорит, рыбка поклевывала. Тут, в принципе, основное направление — это судак, но может и окушок улететь, может и щучка влететь. В принципе, есть весь хищник. Может влететь и даже карась на спиннинг. Мы первый раз на этом водоеме. Мы вообще так на платниках крайне редко рыбачим. Вот что-то нам не нравится. Но за неимением лучшего по пслу пока щука либо болеет после нереста, либо нерестится. Окунь тоже прошенный. Вот, поэтому попробуем здесь. Здесь все цивилизовано. Первым делом нас только что обилетели. 50 гривен мы дали, нам выдали талончики, и идем себе спокойно рыбачить. Уже встретили знакомых ребят, вот у них один судачок есть, и притом неплохой, в районе килограмма где-то. Если такая удача нам улыбнется, будет здорово. Так, друзья, ну мы пришли на исходные позиции, расположились с расстоянием в 15-20 метров друг от друга и будем начинать рыбачить. По снастям у меня мой отремонтированный Skyline. Как всегда, если кому нужен ремонт в Сумах, часто спрашивают. Ссылочка на мастера будет под видео. Заходите, обращайтесь. Человек делает недорого и качественно. Катушечка новая у меня, это Shimano Stradic. Вот, и новый шнурок там Metal. Это Smart PE номер 05. Ну что, первый заброс. Первый заброс пошел. Что Димон взял? Он, Димон, уже с почином. Первый разловился Димон. Он тут шарит, как, на что. Судакевич. Грамм 30. Так, у Димончика он еще поклевочка на падении. Опять судакевич гигантелла. Но, тем не менее, у него они клюют. Не, ну это крупнее. Это крупнее. Укрупняемся. А ну-ка покажи крупнее его. Вот он. Вот он, клыкастый зверь. Как и предыдущий. До дому. Опа, есть поклевочка. Есть поклевочка. Select Fetish сработал. И первый судакевич гигантус стеклянный. Вот такой стеклянный пацан. Но первый судак в этом сезоне пойман. Ну что, малыш, плыви домой. Вон на водоеме два красавца белых лебедя.
Дима долго стоит на одной точке. Уже у него, наверное, поклевок 5 было. Но никак не получается у него их реализовать. Вот это я кого-то подержал капитального только что. Я думал зацеп, но не зацеп. Не пойму, чья это чешуя. Ну чешуя, блин, конкретная. Карпуша, наверное. Друзья, ну это луска, я не знаю. Напишите в комментариях, какая это рыба. И какого это примерно размера рыба. Была, но я был уверен, что я цепанулся реально в корч. Но, наверное, бочину какого-то мамонта взял. Вот как раз и у Димы поклевочка. За шоколадный глаз, как это говорится. Крупняк. Это зачетный. Поймался. Это считается или ой, грамм 200 судакевич, наверное. Да нет, не будет. 100, если будет, то хорошо. Так, ну судак, конечно, гигантский. Таких мы отпускаем. Плыви. Ну что, друзья, первые, наверное, часа полтора-два мы здесь рыбачим. Такого какого-то бешеного клёва нету. Но все-таки какие-то поклевочки, тычки присутствуют. У меня, наверное, раза 3-4 что-то там дернуло. Одного микросудакевича я поймал. У Димы тоже где-то сколько же поклевок было. Он тоже одного достал, вот. Чем, кстати, интересен этот водоем еще? Тем, что тут рыбачит немало девушек, потому что девчонкам здесь рыбалка бесплатная. Ну, по крайней мере, так было в прошлом году. Я думаю, в этом вряд ли что-то поменяли. Поклевочка. Поклевочка еще одного микросудакевича. Это второй у меня. Я укрупнился до 10 грамм. Джиг-головка. Опять все тот же фетиш и супер судак. Ну блин, размер, конечно, впечатляет. Блин, глаз взял, сейчас отпустим сразу же. Судакевич, плыви домой. Надеюсь, выживешь. Опаньки, подсел. Судакевич за спину такой. Грамм 400, наверное. За спину. Подзабагрился. Это, можно сказать, крупняк. Так, есть. Не, судакевича. Судакевича, да, Боря. Себе. Димон, под саку давай, Димон. Багор. Есть. А какой маленький твистерочек. Вот здесь, куда мы приехали, в Гребенниковку, здесь два става. Они оба в аренде, вот здесь рыбалка платная. Слева став, это называется он Панский. Здесь он славился тем, что зимой ловили тут свиноершей огромных, больших. Ну, тут тоже есть и щука, и окунь, и судачок. Но мы рыбачим на другом ставке, он называется Васильевский. Время уже обедать.
часу дня. Сейчас, наверное, перекусим. Сейчас весна уже. Так чувствуется. Пришло такое первое настоящее тепло, когда уже устойчивое тепло, не там два дня и дальше опять морозы, холода. Что, переобедаем и еще пару часов порыбачим. Так, ну подобедали немножко и еще, может, часик-два порыбачим с надеждой, что какой-то судачок шальной залетит. Оба, таки дождался я свою поклевочку после обеда. Судакевича вымучил его. Четкая поклевочка и гигантус. Такой, не знаю, грамм 150, может, если будет. Вот такой сундучок, вся та же приманка. Select Fetish в зелено-желтом таком цвете. Ну шо, пацан, плыви домой. Давай. Пошел. У Димы поклевочка. Судакевич гигантус взял. Есть. Есть, взял он на виброворм, да, это? Виброворм, Crazy Fish. Гигант судак. Второй у Димы. Сегодня 7 грамм вес. Вот такой чемпионский. Конечно же, домой плывет. Боря, поклевочка. Еще один у него. Он с Димой одновременно. Опа, Димон запоцачил. Там трофейный, да? Ого, ого. Ну, тут по местным меркам тут это гигант. Грамм, ну, поближе к камере. 700, 800 где-то. Димон, подсакай будешь отпускать. Да нет, все вот так. Все сильно маленький. Плывет домой. Ну что, друзья, время уже 4 часа. В 5 нужно быть дома. Поэтому делаем финальный заброс и едем домой. Что, Димон, таки взял? Димон своего 10-го достал. Ну что, друзья, к 16-15 мы нашу рыбалочку закончили. В принципе, мы сегодня с рыбкой. Рыбка вся мелкая, не трофейная, вся отпускного размера. Судачата там максимум до 350 грамм были сегодня пойманы. Вот. На компанию мы поймали до 4 часов дня где-то с 8 мы рыбачили, мы поймали 19 судачков. Больше всех отличился Димон, у него десяток, у меня 4, у Димы 3 и у Бори 2. Вот. Рыбачили мы весами где-то 5, 7, 10 грамм, ну, преимущественно семерочками. Вот. Преимущественно джигрик, дропшот. Вот, приманки работали преимущественно каких-то таких зеленых, желтых, салатовых цветов. Вот, у меня отличился Select Fetish. Вот, у Димы виброворм. Копии на Swing Impact. В общем, все, рыбалка закончена. И собираемся, сейчас едем домой. Вставлю еще кадры рыбалочки, как мы открывали сезон апрельской рыбалки на реке Псел в черте города Сумы. Немножко ловили окуней. Смотрите и это видео тоже. Друзья, всем привет. Сейчас уже апрель месяц. Сегодня у нас 2 число. Вот такая тихая пасмурная погодка. Уже время перевалило за 3 часа дня. Мы освободились после работы, после всех своих дел. И решили по-домашнему выскочить вот в район Басов в городе Сумы и порыбачить, попробовать на окушка. Вот, мы с Димой вдвоем приехали, вот он тоже раскладывается, приехали на ту точку, где он
несколько дней вполне успешно рыбачил на окуня. Ну, немного он ловил, ну, по там несколько штук, там по 3, по 4 окунька выхватывать у него получалось с этой точки. И сейчас и я здесь попробую. Сегодня со мной лайтик, импульс, фаворит до 10 грамм, катушечка Shimano Stradic 2500. Ну что, взяли спиннинг и вперед. Начинаем нашу рыбалку. Так, ну уже по несколько забросов сделали. И я и Дима вот рядом. Пока движений не было, у рыбки никаких. Но надеемся, какие-то... Хотя только что такое, как поклевочка. Вот Дима уже словом, уже первого окушарика он морит. Малыш, у него Air Leech 1 дюйм, да? Air Leech 1.6. И вот окушарик, первый малыш есть. У меня пока только одна поклевочка и все. Окунь мелкий. Отпускаем. Ну и прям будет нерест. С икрой, да. Как раз уже скоро нерест. Дождь, кстати, зарядил небольшой, как и передавали прогнозы. Вторая поклевочка у Димы. И такой же гигант, как первый. Даже, наверное, еще крупнее. Опять та же приманка. Это Air Leech перчик. Копия Танты фишаповской. Вот такой окуняра. Сейчас отпустим. Да, он икряные, а не окуньки. Скоро будут нереститься. Хай плывет. Дает потомство здесь. У Димы очередной. Уже третий окунек. Ладошечки, наверное, да? Очередная поклевка у Димы. Еще один окунек, самый большенький уже. В этот раз такая железная ладоха, наверное. Танта рулит вот такой. Ну, это уже окунь, можно сказать. Какие красавицы уточки только что спикировали, так пролетели, так. И вот как раз на точку, там где Дима кошмарит окуней, сели. Дима уже пяток поймал, последнего не заснял, тоже такой с ладоху был окунь. У меня, к сожалению, пока не получается. Вот только что лежала приманочка, и на лежащую приманочку подсел окунь. Вот это прикол, просто лежала, чувствую, поклевка. Он там уже сидит, заживал под берегом. Лежащий танта. Первый мой окунь сегодня. Есть, разловился. И я разловился. От нуля ушел. Реально, просто смотрел вот на вот этих уточек. И лежала приманка на дне. На большой паузе он ее заживал, притом в хлам. Ну что, пацан, ты еще недоросток, поэтому плыви домой. Я съемку вынужден прекратить, потому что зарядило, обложило. Не знаю, сколько мы еще тут пробудем, думаю, недолго. В итоге у меня один окунек, у Димы 5 или 6 окуньков. Вот. Встретимся на следующей рыбалке. Друзья, всем спасибо за просмотр видео. Если кому видео понравилось, поддержите лайком. Вот. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии, всегда всем отвечаю. Ну и до новых встреч.